Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. У нас сегодня просто потрясающая погода, минус 30, но мы опять на улице и опять готовим. И сегодня мы будем делать ножки, как в KFC. Посмотрите, какие они потрясающие получаются, насколько они огромные. Пойдем покажу, как делать. С чего начинается готовка? Ну, конечно же, с печи. Разожжем печь, поставим казан. Что делаем далее? Заливаем масло, около 1,5 литра. Пусть нагревается. А мы пока займемся панировкой. Первое, конечно же, мясо. Мясо я замариновал дома, потому что на улице у нас минус 30. А здесь просто соль и перец. Где-то около получаса она стояла, мариновалась. Далее идет смесь для панировки. 0,5 стакана воды. И еще одна тара для того, чтобы сделать панировочную смесь. Так, ребята, рассказываю. Панировку я сам не делал. Взял специально готовую. Посмотрим, что у нас вообще из этого выйдет. Значит, что мы делаем дальше? Пока мяско уберем в сторонку. Посуда. Засыпаем 4 ложки столовые вот этой смеси. Вливаем немножко воды. Все тщательно-тщательно перемешиваем. Такого количества воды вроде хватит, но панировочки мы еще добавим. Видите, жидковатые. Надо еще ложечку сверху. Далее, ребят, что мы делаем? Берем курочку. Курочка, как видите, не маленькая. Готовить мы ее будем подольше. Где-то около 8 минут, может 10. Наносим кляр, пока не замерз. Нанесли кляр и теперь обволакиваем уже самой панировки. Хорошенько, хорошенько, со всех сторон. Вот таким вот образом. Давайте еще один слой сделаем кляра. И еще один слой панировки. Убираем в сторонку и делаем такую же процедуру с оставшимися ножками. Проверяем, накалилось ли масло. Просто берем немножко кляра и отправляем. Если видите, что кипит, спокойно можно мяско отправлять. Много не добавляем для того, чтобы мясо плавало, то есть друг с другом не соприкасалось. Так, друзья, прошло где-то минут 15. Смотрите, какие они красивые. Достаем. Ох, ножки прям не ножки, а ножище. Отлично. Также обжариваем следующие. Ох, смотрите, какие большие. Ну что, дорогие мои, самое время попробовать. Просто хруст какой, смотрите. Отрываем. Соус. Соус я сделал чесночный. Очень вкусно получается. Ой, ну очень вкусно. Ребят, рецепт на самом деле хороший. Смотрите, почему я не делал панировку сегодня самостоятельно. У меня есть уже на YouTube канале этот ролик, вы можете посмотреть. Я его сверху оставлю. Просто ходил по магазину и попался мне уже попалась панировочная смесь для приготовления крылышек острых. Вот такая замечательная штука. Ну, что сказать, результатом я даже более чем доволен. Очень вкусно получается, тем более, как видите, ножки у нас нестандартные, они у нас просто колоссально громадные. Так что берите рецепт на заметку, а с вами был Саня Сибиряк. Пока-пока.